Парад Победы! Именно в этот день, 24 июня 1945 года, по брусчатке Красной площади чеканили уверенным шагом победители. И вот спустя без четверти век то самое поколение победителей в орденах и медалях наблюдает за красочным парадом уже с трибуны и экранов телевизоров. Их осталось совсем мало. И выразить свое почтение и уважение ветеранам в Москву прибыли солдаты и офицеры уже современных армий из многих республик. Отцы, деды и прадеды участников этого парада в конце первой половины прошлого столетия разрушили планы нацистов о тотальном господстве над миром и подарили своим народам как жизнь без оков. Парад! Смирно! Накануне спецслужбы России рассекретили материалы по проведению парада 45-го года. В них указывается, что отвечать командующему парадом бойцам следовало троекратным и раскатистым «Ура!». Спустя 75 лет это приветствие звучало также раскатисто, без всяких указаний. Несмотря на тяжелую ситуацию в мире, президенты многих стран все же прибыли в Москву для участия в параде Победы. Касым-Жомарт Токаев приехал с 50 военнослужащими, которые в числе всех остальных прошли строем по Красной площади. Колонну лучших военнослужащих Казахстана, прошедших специальный отбор на родине, глава нашего государства приветствовал стоя. О своем отношении к Великой Отечественной войне, о которой его семья знает не понаслышке, президент Казахстана говорил не раз. Судьба моего отца с самого детства была непростой. Но отец, как и многие другие фронтовики, не любил рассказывать о войне и тем более о своих подвигах и наградах. О своих переживаниях, потерях, первой встрече с противником, храбрости солдат, их героизме и огромном желании вернуться домой с победой отец рассказал в своей автобиографической книге «Солдат ушел на войну». Юбилейный парад Победы посетили президенты Белоруссии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, члены президиума Боснии и Герцеговины. В самом торжественном шествии приняло участие 13 тысяч военнослужащих, 53 пеших военных колонны, 2016 единиц военной и наземной техники и 75 воздушных судов. Казахстан представила десантно-штурмовая бригада. Казахстан представляет парадный расчет 36-й десантно-штурмовой бригады, лучшего соединения вооруженных сил республики. Возглавляет парадный строй командир бригады подполковник Улан Нургази. Из числа вип-персон на этом параде не было ни одного человека в защитной маске или перчатках, что многих заставило насторожиться. На самом же деле контроль был очень серьезным. На парад допускали только после того, как каждого прибывшего и всю делегацию, в составе которой он пролетел в Москву, проверяли на коронавирус. Если хотя бы у одного из членов делегации был бы выявлен ковид, на парад бы не попал никто из команды, даже если бы речь шла о президенте того или иного государства. Казахстанские военные были изолированы от внешних контактов задолго до начала парада, потому как ничто не должно было нарушить планы по их прохождению по Красной площади. И праздник удался на славу. Россияне очень благодарили главу нашего государства за полноценное участие Казахстана в параде Победы. Казахстан внес очень большой вклад в дело Победы и боролся на фронте, и, соответственно, и в тылу помогал в общем деле Победы. Казахи, они воевали плечо к плечу вместе с другими народами. У нас были хорошие взаимоотношения, тем более мы в едином экономическом союзе. Расширяем и укрепляем наши взаимоотношения. Нам очень приятно, что делегация Казахстана приехала на парад 24 июня. Мы в России знаем о большом вкладе Казахстана в дело победы в Великой Отечественной войне. На фронты Великой Отечественной войны из Казахстана были отправлены 1 миллион 366 тысяч человек. Больше 200 тысяч были награждены военными орденами, 110 тысяч – орденами славы. 512 военным присвоили звание Героев Советского Союза. Бесценен труд работников тыла. В Казахстане оказывают особую поддержку всем тем, кто дожил до наших дней. Новый закон систематизирует и упорядочивает льготы ветеранам. Расширен и уточнен список категорий лиц, которые будут пользоваться поддержкой государства. В целом, закон позволит более эффективно оказывать социально-правовую поддержку всем ветеранам, включая фронтовиков и тружеников тыла. По окончанию парада главы государств по традиции возложили цветы к могиле неизвестного солдата.
И, пожалуй, сегодня каждый из нас хорошо знает и помнит всех тех своих великих предков, кто не дожил, недолюбил и не вернулся. Именно они единым фронтом ковали победу и на полях боевой славы, и в тылу. В свою очередь президенты, прибывшие в Москву на парад победы, возложили общую гирлянду с цветами. Память о миллионах судеб, о той страшной войне и об этой великой победе. Кунсия Курмет при поддержке телерадиокомплекса президента «Москва. Жетукон».